Христ Хростя, Слово Святого Евангелия, мир всем. И Духами Твоему. А я вам зитаю Евангелие Щения. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. Little tune. In that last day, that great day of the feast, Jesus stood and cried, saying, If any man thirst, let him come unto me and drink. He that believeth on me, as the scripture hath said, out of his belly shall flow rivers of living water. But this he spake of the Spirit, which they that believe on him should receive. For the Holy Ghost was not yet given, because that Jesus was not yet glorified. Many of the people, therefore, when they heard this saying, said of a truth, This is the prophet. Others said, This is the Christ. But some said, Shall Christ come out of Galilee? Hath not the scripture said that Christ cometh of the seed of David and out of the town of Bethlehem, where David was? So there was division among the people because of him. And some of them would have taken him, but no man laid hands on him. Then came the officers to the chief priests and Pharisees, and they said unto them, Why have ye not brought him? The officers answered, Never man spake like this man. Then answered them the Pharisees, Are ye also deceived? Have any of the rulers of the Pharisees believed on him? But this people, who knoweth not the law or curse. Nicodemus said unto them, He that came to Jesus by night, being one of them, doth our law judge any man before it hear him, and know what he doeth? They answered and said unto him, Art thou also of Galilee? Search and look, for out of Galilee ariseth no prophet. Then Jesus spake again to them, saying, I am the light of the world. He that followeth me shall not walk in darkness, but shall have the light of life. Мир тебе, Иисус. И любви твоему. Премудрость прости, услышим святого Евангелия. Мир всем. И Духами Твоему. От Иоанна Святого Евангелия чтение. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. Последний день великого праздника стоящий Иисус, зваше глаголящий, кто жаждет, да придет ко мне пьет. Веруй в мя, яко же речи Писания, реки от чрева Его истекут воды живы. Сие же рече, о Дусе Его же, хотя упреймать и верующий во имя Его. Не убобе Дух Святый, яко Иисус, не убе прославлен, нозе же от народа, слышавши слово глаголах сей, есть воистину пророк. Друзей глаголах сей есть Христос. Ой же глаголах, еда до Галилеи Христос приходит, не по Писанию или рече, яко от семени Давидова и от Вифлеемской веси держи, где Давид Христос приидет, распря убысть в народе его ради, нет сей же от них, хотя хуяти его, но никто же возложи на нруцы, придоши же слуги архиереям и фарисеям и решим ти, почто не приведости его, отвещавши слуги, николи же так, исти глагол человек,
яко сей человек, отвешаше убо фарисеи, и да и вы прельщенни бысте, и да кто от князь верового не ли от фарисеи, но народ сей же не весть закона, а проклятие суть глагола Никодим к ним, и же пришедай к нему ночью единцы от них. И да закон наш судит человеку, аще не слышит о него прежде, и разумеет, что творит. От веща же рекоша ему еда ты, от Галилеи си испытаешь, и яко пророка до Галилеи не приходим. Слава тебе, Господи, слава тебе. Праздником во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Троицы вас, дорогие братья и сестры, великий праздник, который отмечает вся Святая Церковь сегодня, берет свои истоки в Ветхом Завете. В день 50-й иудеи после исхода из Египта праздновали, и не праздновали, а сначала получили от Моисея закон 10 заповедей, деколог. И на нем был построен весь ветхозаветный духовный мир. И теперь на нем стоит и новозаветный мир, потому как ни одна из этих заповедей не менялась и не изменится никогда, как говорит Христос. И вот в 50-й день ветхой церкви иудеи приносили начатки весенних своих побегов. То, что начало нарождаться от посевов, и то, что предвещало им будущую жизнь, потому как весна дарует надежду на то, что будет жизнь, будет что есть, будут цвести деревья, будет расти трава, будут питаться животные и будут питаться люди. И поэтому в этот день в храм приносили растения и украшали его зеленым цветом. Отсюда и берет истоки наша традиция приносить вот благоуханные травы и растения, которые растут у нас здесь. У нас здесь растут, в частности, не березы, как в России, поэтому мы приносим пальмы, но не в виде дерева главный смысл, естественно, а в том, что человек приносит храм благодарность Богу за то, что он продолжает жизнь, за то, что началась весна. Весна и в природе, и весна и духовная. Today we celebrate the feast of Pentecost, the Trinity, and in Old Testamental tradition, this was the 50th day upon which, after Israel exited the exodus of out of Egypt, they have received the Ten Commandments, which were given to them. So the Jews would celebrate this very fundamental event in history of the early, of the old church, and the history of the new church, because all of the Ten Commandments remain unshakable and absolute commandments for our life and for our life eternal and salvation. And the Jews would celebrate it also by bringing the first shoots, the first green branches of the trees or of the grasses as a symbol of, well, as an act of their gratitude and a symbol of new life. For if the trees bloomed and if the grasses greened, that meant that they will have pastures for their cattle to eat upon, and they have food for their tables, and they have future life this year. As it is true for all of us, we just live further from the land and forget these things, but they are fundamental for survival of the human race. So they've come to celebrate and would bring green, and therefore we dress in these green vestments
and bring grasses and flowers and trees of the local origin to branches to do the same. And of course, most importantly, to celebrate the spiritual renewal that brings to us the spring and this time of year and this time of spiritual church calendar, which is most important. И поэтому, дорогие братья и сестры, сегодня день Святой Пятидесятицы, в день Троицы, вся церковь ликует и празднует величайшее событие. Это ее истинно день рождения. День рождения нашей церкви происходит схождением Святаго Духа, как вы слышали в Деяниях апостольских, которые читал диакон. Это настолько важное событие, потому что мало того, что она зарождается в этот день, Святая Церковь, весь смысл искупления человека и возможность привести это искупление в действие завершается именно с ниспосланием Святаго Духа не только на апостолов, но и на нас с вами, на всю Церковь, на весь мир. Господь восходит и посылает по обетованию своему Духа Святаго. Отныне и в этот самый момент схождения начинается жизнь Святаго Духа в Церкви. Его жизнь – это живое присутствие. Это постоянное присутствие Святаго Духа. Оно не прекращается никогда и пребывает с каждым из людей постоянно. В той или иной мере мы ощущаем его, в той или иной мере мы настраиваем свою душу на духовное присутствие или отторгаем его греховными мыслями, или чувствами, или делами, или состояниями. Но Дух Святой не, так сказать, отворачивается от нас никогда. Он отходит, но продолжает взирать на каждого христианина, ожидая того, что мы призовем лицо Святой Троицы, одного из трех лиц Святой Троицы, и получим то самое утешение духовное в, не случайное слово, вдохновение. Наполнимся в этом дыханием Божества и начнем исполнять те заповеди Христовы, которые Господь и в одном и том же предложении, можно сказать, в Евангелии говорит: исполняемые заповеди, вы будете наполнены Святым Духом. То есть вопрос не стоит так, что сначала Дух наполнит, потом мы будем исполнять заповеди. Нет, мы все-таки должны начать пытаться их исполнять. А без Духа Святаго мы их, естественно, исполнить не сможем. Но вот здесь и происходит момент нашей воли изъявления навстречу этим заповедям, чтобы принять Святаго Духа, как его приняли ученики, апостолы в великой мере. И святые языки пламени, который не обжигал их, сошел на них и остался, и прибыл с ними в их апостольском служении. Event of the birth of our church, the very important event that is most important in our lives for the reason that the church has become alive, was born, and is giving us an opportunity to be saved. The Holy Spirit comes down in the fiery bursts onto the apostles and leaves a permanent presence of apostolic service on them. They have a very special mission for them. The Holy Spirit becomes visible, it becomes tangible, so not only for them, but for those who look, so that this is a visible testimony, so that there is no doubt in the presence of light and Holy Spirit that comes, as has been promised by Christ, is apparent, is obvious, is undeniable. It's a very, very powerful event. The wind, the fire of the Holy Spirit reminds us that Holy Spirit is one of the three apostasies of the Holy Trinity, and that is no less important than Christ Himself or Father in heaven. It is that life of the Holy Spirit that animates the living body of the church and offers each and every one of us an opportunity to receive grace. It never turns away from us, for we may step away from the Holy Spirit by our sinful thoughts,
or actions. Not nevertheless, the Holy Spirit will never turn its back on any human being who is baptized or who has been called by God to be a Christian, be Orthodox. He will continue to, Holy Spirit will continue to observe us, and as soon as we reach forward to fulfill God's commandments, as Christ Himself says, those who fulfill my commandments will be filled with the Holy Spirit. And it is very important to understand that if we do not try to fulfill commandments of Christ, the Holy Spirit will not be upon us. Though it doesn't mean that it will leave us, it will simply not be part of our life as we try and struggle towards our salvation, towards the fulfillment of commandments of Christ. The Holy Spirit will come forth and will help us to fulfill them. So it's an action upon us first, our willingness, our struggle, our desire to be saved that requires for us to do our part, and God will fill the rest. Так что, дорогие братья и сестры, в день рождения Церкви радость переполняет нас, благодарность переполняет нас, в первую очередь за миссию Христа, которая сегодня завершается. Она завершается, это великий праздник, которым завершается цикл всех великих праздников. И начинается новый цикл, зарождается он, и поэтому Святая Церковь готовит нас уже к этому апостольскому несению той благодати, которую мы с вами получаем от Бога. И завершается то, зачем пришел Христос. Он пришел, чтобы поставить здесь на земле свою церковь. И это Он совершил. И сегодня завершилось Его делание. И Его подвиг был не напрасным. Его воля исполнилась на земле. И церковь стоит Святым Духом. И в ней совершается таинство, в котором мы приходим принять участие. Церковь поставлена на земле не просто для декорации, не для того, чтобы мы в нее входили, даже принося благочестиво жертву, ставили свечку. Эта церковь стоит на главной жертве, на жертве Христа и на совершении великих таинств, которыми Он кормит своих чад и которыми Он дарует спасение человечеству. Поэтому мы помним и понимаем, для чего она была создана. Для таинств, для действия Святаго Духа в этих таинствах и для живого Слова, которое продолжает звучать здесь, как вы слышали его сегодня и будете слышать до конца этого века, в этого мира, потому что его Слово непреложно и, как говорит нам Писание, и врата ада не одолеют его. And therefore, we are rejoicing, for we have been given the church. We are rejoicing because the church has become complete in that beginning of its existence. It started in its completion of Christ's mission that has come to pass today, because His purpose was to set up for us an opportunity for salvation, and salvation comes only in the church. For whom the church is not the mother, for them God is not the father, as they say in the Russian proverb. And that is absolutely true. Church is the body that houses the Holy Spirit. And we come to church, and these churches exist all over the earth, not as decorations or just beautiful buildings or places where we can come and make an offering or sacrifice, which is honorable, but it's not the purpose of the church. The purpose of the church is to serve us, the mysteries, the holy mysteries of Christ, a place where we can meet with Him face to face, where we can be part of the most important and central purpose, which is Holy Communion. And in that we receive the life. And this is what was given us, really, in a sense, today, because the church started to exist. And we are now existing with it in life everlasting as we partake of the eternity in sacraments every time. Так что, дорогие братья и сестры, я поздравляю вас еще раз с праздником, с осмыслением Троицы как не просто слово или не просто даже цифры отсчета 50 дней, а Троица в первую очередь это явление любви. Это явление любви, которое происходит между
лицами Святой Троицы. Бог един, Он сингулярен в троичности, в Нем присутствует никакого разделения, но тем не менее в Нем присутствуют три лица, и общение этих лиц есть сама тайна любви. Любовь действует, и, как сказал Максим Исповедник, непрестанно пребывает в движении любви. То есть это жизнь, это тепло, это свет, это движение, оно никогда не перестает и не перестанет, потому что Троица находится в этом общении друг с другом и сама с собой. В ней осуществляется тайна любви, и поэтому она доступна и нам, нам, сотворенным чадом Божиим. Потому что если бы этой любви живой и движимой не было там, то ее бы не было и здесь. И Бог любит не сам себя в том смысле, как мы воспринимаем иногда самолюбие, а Бог любит внутри вот этих трех лиц, в этой святой любви, абсолютной и совершенной. И мы, приобщаясь к ней, приобщаемся к Богу. And today we also go deeper into understanding of the Trinity and of this feast, not as a countdown of the 50 days and not as simply understanding that God is Trinity, for understanding of this is barely possible for a human mind. But we do understand the Trinity is giving us an example of the divine love, which only is possible when there are subject and object, when there is a relationship. And that divine relationship of the three personalities of our Godhead have constantly, as Maximus the Confessor says, are in a constant movement of love. That constant movement of love, which is life, continually happens in the heavenly realm and therefore makes it possible for us to love here. And as we do, we become closer to that which is God, which is love. And that is the gift of the Holy Trinity and the meaning of our faith and the purpose of our existence, which is again and again love and salvation in Christ, Holy Spirit, and God the Father. Amen.